Всех приветствую, добро пожаловать на канал Watch Life. Сегодня покажу вам часы в демократичном сегменте от 30 до 150 тысяч рублей, объединять которых будет одно – функция хронографа. Стильные современные хронографы и моя рекомендация – приятного просмотра. В этом обзоре я приготовил для вас 5 часов с самым популярным и эмоциональным усложнением – часы с функцией хронографа. Для большего интереса выбрал разные исполнения часов по стилю и типу браслета. Уверен, каждый из вас сможет найти здесь подходящие часы для себя. Самое главное – бюджет. В этом обзоре не будет дорогих часов, поэтому каждый из вас сможет себе их позволить. Итак, начинаем первые часы. От компании D1 Milano. Скажу вам, это стильная штучка. Выглядят они явно дороже. В таком исполнении я вам еще не показывал. По техническим характеристикам, кварцевый механизм в стальном корпусе 41,5 мм с черным ПВД покрытием. И вот с защитой 5 атмосфер. Цена таких часов 35 320 рублей. Для кого предназначены такие часы? Может, кто-то из вас скажет, как смотреть время, плохо же видно. В этом и есть фишка и изюминка такого исполнения. Часы для молодых и современных людей. Кому важно подчеркнуть свой стиль и дополнить его правильным и важным аксессуаром. Вообще считаю, что часы – это один из основных и главных аксессуаров для мужчины. В случае с D1 Milano черный цвет самый универсальный и будет уместен под любую одежду. Чуть больше про черный цвет и исполнение этих часов. Браслет и корпус выполнены из стали. Черное – это, как я уже озвучил, ПВД покрытие. Знаю, у вас наверняка есть вопрос, каков износ и насколько хватит этого покрытия. Невозможно ответить, зависит от того, как вы будете носить часы. Все очень индивидуально, но в любом случае на сегодня это очень технологичное покрытие. Мне понравился циферблат, то, что все в один цвет. Стрелки и счетчики хронографа, даже диск даты, все сделано в один тон. Часы в большей степени матовые. Обратите внимание на глянцевые элементы. Получается несколько оттенков черного. Красиво. Вернемся к хронографу. В этих часах установлен механизм Seiko VK64. Справа на циферблате 24-часовая шкала. Слева минутный счетчик. Большая стрелка показывает нам секунды при запуске секундомера. За рисками на циферблате по кругу нанесена тахиметрическая шкала. Крышка на часах, разумеется, закрытая, так как это кварцевые часы. Хорошо лежат на руке. Браслет на сужение состоит из цельных кусочков звеньев. Застежка используется бабочка. Кнопок здесь нет, нам понадобится физическое воздействие, чтобы раскрыть ее. В общем, мне понравилась эта модель, выглядит явно дороже заявленной стоимости. Надеюсь, вам тоже. Идем дальше. От черных универсальных часов на браслете переходим к ярким и спортивным часам. Впервые на моем канале. Швейцарские часы для активного образа жизни и спортивного стиля. Модель на НАТО-ремешке дополняет общую концепцию. По техническим характеристикам, кварцевый хронограф, корпус 45 мм, выполнен из полимерного материала с усиленным карбоном. Вот защита 20 атмосфер и цена 58 200 рублей на сегодня. Совершенно другой хронограф, с одной стороны брутальный, крупный и спортивный, с другой очень легкий и хорошо лежит на запястье. В глаза сразу бросаются крупные цифры на безеле, загруженный циферблат с четко читаемыми метками и контрастными стрелками, ну и конечно ярким логотипом, который располагается на 12 часах. В этих часах используется тритевая подсветка. Вот видите эти трубочки? Тритевая подсветка позволяет определять время в условиях полной темноты и будет исправно вам служить на протяжении 25 лет. Кстати, вроде часы крупные, но за счет такого исполнения крупных меток, да и с комбинацией крупных цифр на безеле, циферблат воспринимается небольшим. Интересно. Давайте покрутим безель. Четкая фиксация со звуком. Обратите внимание на корпус. Угловатый и массивный, заводная головка закрыта. Вот защита, как я уже отметил, все-таки 20 атмосфер. Все используемые материалы легкие. Часы особо не чувствуются на руке. На лето или отдых самое то. Если посмотреть прямо, ремень как бы выходит из корпуса. Это стропа, так называемый НАТО-ремень. Пряжка классическая.
Хорошее сочетание цвета. Пожалуй, многие любят синий, так тут он еще и с черным. Отличная комбинация. Что касается хронографа, здесь он 12-часовой. Красная маленькая стрелка – это постоянная секундная. Слева – минутный счетчик, а внизу вместе с диском даты расположен часовой счетчик, рассчитанный на 12 часов. Ну что, идем дальше. Повышаем ценовой барьер. Вот мы и дошли до 100 тысяч рублей. Итак, новые часы, другой свободный стиль на каучуковом ремне. Это швейцарские часы Raymond Weil, коллекция называется Tango. По техническим характеристикам, также кварцевый механизм, хронограф, корпус 43 мм, выполнен из стали, вот защита 30 атмосфер и цена 116 тысяч рублей на сегодня. Современные часы здорово смотрятся. Яркости, конечно, добавляет желтая строчка на ремешке в сочетании со стрелками хронографа. Именно этим цветом производители подчеркнули данную функцию. Итак, посмотрим. Стандартное изготовление большая желтая стрелка показывает нам секунды. При запуске и нажатии она начинает движение. Маленькая снизу – доли секунды, а в левом – счетчик минуты, рассчитанный хронограф от Раймонда на 30 минут. Также мы можем видеть тахиметрическую шкалу в черном исполнении на безеле. Придает спортивный стиль часам. Обратите внимание на цифры. Интересно выглядят в комбинации с крупными основными метками 12, 3, 6 и 9. Ремень каучук, причем он перфорированный. Хорошо видно, особенно с обратной стороны. Крышка на резьбе. Еще бы, вот защиту сделали аж в 30 атмосфер. Сбоку можем видеть объемную заводную головку с логотипом бренда. За счет интегрированного ремня часы хорошо облегают запястье и лежат на руке. Как вы относитесь к такому цветовому сочетанию, например, как здесь, черный с желтым? Пишите, обсудим. По мне так получилось хорошо. Думаю, такого рода расцветка используется не в первых часах в коллекции. Хорошо, когда есть возможность дополнить свою коллекцию новыми красками. Повышаем планку новым ценовым барьером, а также стилем нашего хронографа. Морис Лакруа, друзья. Следующая модель часов поспокойнее, более универсальные, без ярких элементов, на кожаном ремешке. Самая популярная коллекция Icon. По техническим характеристикам кварцевый хронограф в размере 44 мм выполнен из стали, с вот защитой 10 атмосфер и ценой 147 600 рублей на сегодня. Бестселлер продаж. Именно эта расцветка, пожалуй, самая любимая у многих клиентов. Действительно, выглядит достойно. Синий циферблат с сочетанием синего ремня с контрастной белой строчкой по бокам. Солидно получилось, факт. Это телячья кожа, имитация аллигатора. Ремень интегрированный к корпусу с фирменной эмблемой, логотипом бренда в виде буквы М. Уже давняя фишка марки. Застежка-бабочка с двумя кнопками по бокам. Icon, конечно, хорош с точки зрения общего вида. Целостный продукт. Корпус, аккуратно изогнутые прямоугольные кнопки хронографа, заводная головка на резьбе. Красивый циферблат и расположение счетчиков хронографа. Смотрите. Справа в трех часах название бренда с логотипом. Сверху в окошке на 12 часах счетчик доли секунд. Снизу постоянная секундная стрелка и слева в 9 30-минутный счетчик. Друзья, не устану повторять, хронограф и хронометр – два созвучных понятия. Но хронограф – это секундомер, а хронометр – это высокоточные часы. Не путайте, пожалуйста. Вот именно о секундомере, точнее часах с этой функцией мы сегодня и говорим. Запуск стандартно осуществляется верхней кнопкой. Ей мы останавливаем, смотрим показатели, а нижней сбрасываем. Все просто. Напоследок покажу вам еще один классный хронограф. На этот раз это Tag Heuer коллекция Формула 1. Популярная и узнаваемая как марка, так и модель в целом. Спортивный, но в то же время не агрессивный хронограф. Часто вижу людей, которые носят подобные часы на повседневку. По техническим характеристикам кварц, сегодня все часы кварцевые, 43-мм стальной корпус, 20 атмосфер вот защита и цена 172 тысячи рублей на сегодня. Каждый из хронографов интересный по-своему. В данном случае притягивает взгляд контрастные белые озера на черном циферблате. С дизайнерской точки зрения получилось супер. С озерами сочетается и внутреннее кольцо на циферблате с красными делениями. Отсюда и стрелка хронографа, также красная. Четкая черная тахиметрическая шкала с крупными цифрами. Логотип Tag Heuer не спутать. Красуется в 12 часах на циферблате. Заводная головка защищена металлом вокруг. Очень удобные кнопки хронографа.
Модель хорошо лежит на руке, мне нравится. Что касается браслета, слышал споры и неоднозначные отзывы. Давайте посмотрим. Браслет из цельных кусочков стали, полностью шлифованный, матовый. Застежка однорычажная с кнопками по бокам. Вот, думаю, из-за этого элемента рождаются такие слухи. Сталь типа не толстая в этом месте. Да нормальная сталь, никто же не будет ее гнуть. А вообще на просторах интернета очень много диванных критиков, которые часов даже в руках не держали. Показывают вам картинки с интернета и говорят, что они якобы не очень хорошие. Вот горе-специалисты. Друзья, я всегда показываю вам часы, которые попадают в мои руки. То, что сам лично продаю и имею огромный опыт в этом. Меньше смотрите таких людей. Просто можете испортить впечатление и настроение. А часы – это эмоции в первую очередь. Пожалуй, на этой ноте я буду заканчивать свой обзор про кварцевые хронографы. Пишите, какие часы вам понравились больше. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. С вами был Греков Юрий. До новых обзоров. Пока.